Депутаты Мажилиса продолжают разъяснять в регионах основные аспекты предстоящей конституционной реформы. В частности, в Павлодарской области они пообщались с медиками, педагогами, работниками трамвайного депо. Народные избранники рассказали не только о вносимых изменениях в основной закон страны, но и о том, как эти поправки отразятся на жизни каждого казахстанца и в целом всего нашего общества. Мажилисмены намерены объехать все города и районы области и побывать даже в самых отдаленных селах. Необходимо сегодня усилить механизм самозащиты прав человека. И мы говорим, что вот эти вот пять основных направлений, которые в себя включает сама конституционная реформа, она должна быть принята не одним человеком, да, не депутатами парламента. Сегодня для нас важно мнение каждого человека. Мы говорим о том, что сегодня мы переходим под формат слышащего государства. Да, и как раз-таки глава нашего государства, предлагая вот так, проведение такого референдума, показывает, что действительно сегодня наше государство, оно действительно слышащее.